друзья! С вами я, Любомир Борода. Сегодняшний свой выпуск я хочу посвятить одной интересной игрушке, которая позволяет нам занять свои руки в то время, когда нам надо сконцентрировать внимание, когда мы переживаем, ну и вообще чем-то занять. Мы так устроены обычно, что вот даже я сейчас сижу, записываю это видео, вот, я концентрирую свое внимание на общение с вами, но мои руки, они либо делают вот такие вот вспомогательные движения в моей речи, либо я в них что-то кручу. В данный момент это вот мой гребень, да, потому что он вот попался мне под руку, и я сижу с вами, разговариваю и наяриваю, короче. Вот, часто очень происходит, когда мы куда-то едем, что-то делаем, с кем-то беседуем, а бывают какие-то там важные переговоры, либо мы просто сидим в офисе, да, и у нас начинается. Так вот это вот, либо под столом, да, вот. Вот это вот мы сидим, перебираем, что-то там вот это крутим, да? Вот. Кого-то выручают четки. Начитываем мантры, колославы, в зависимости от нашего миропонимания. Кто-то четки крутит просто так, вертит, крутит, они так приятно потрескивают, постукивают. Вот. Кто-то любит перекидные четки, тоже гоняет. Но опять же, кому-то не всегда это удобно. Многие просто крутят какой-нибудь колпачок от ручки, там гарнитурку от телефона, а иногда идет ковыряние ногтей, там кто-то погрызывает их даже. Ну и, собственно, не знаю кто, но один, наверное, величайший человек придумал спиннер. Спиннер, крутилка, называют ее еще непоседа. Если пробить YouTube на предмет спиннеров, их уже довольно-таки достаточное количество, и многие люди делают их всякими разными, там тройные, двойные, из различного материала, и, собственно, на разные даже темы, да, вот, например, вот этот мы видим, это тема карателя, панишера, очень такая прикольная штука. Вот, я видел там различных бэтменов, еще каких-то там интересных героев, плюс сами спиннеры бывают, ну, как я уже сказал, из разного материала, плюс у них бывает разного цвета и разного материала сами подшипники, ну, тут уже целый движ. Вот, собственно, что это такое? Это такая вот крутилка. Они бывают разные. Вот бывает, например, с открытым подшипником, да, мы берем ее в руки и начинаем крутить, ну, собственно, либо раскручиваем с помощью второй нашей руки и держим за сам подшипник. Крутится она и так, и сяк, можно вот просто сидеть там наворачивать, можно там вот таким образом покручивать, можно делать какие-то выкрутасы, пытаться там перекидывать с одного пальца на другой и прочие дела. Есть такие же спиннеры, но уже с кнопкой посередине. То есть кнопка нужна для чего? Ну, более удобно держать в руках, более плавно, что ли, у вас крутится сам спиннер. Вот. Плюс вы можете использовать его в качестве юлы, поставив на стол и покрутив. Чуть позже в этом ролике я покажу, как это делается. И, собственно, он у вас на столе, там на рабочем или где вам там интересно, вы можете просто крутить его и наблюдать за ним, как за юлой. Вот. И что самое интересное, например, моей дочке эта тема очень понравилась. Она у меня уже выпросила одну такую штуку. И вот вместо такой вот интересной игрушки, как бы вместо какой-то там детской юлы, она играет вот таким спиннером и очень счастлива, например. Вот. Собственно, у меня сейчас на вот этом столе есть несколько таких спиннеров, я могу вам их показать. Вот, например, спиннер такого плана, вот, такой минималистичный, гладенький, очень приятный на ощупь и, ну, прикольный. Вот мы его берем в руку, можно крутить вот так, да. Можно крутить там вторым пальцем, да, там руки, можно перекладывать с руки в руку, можно там менять пальцы. Ну, собственно, это как и с четками, да, первый раз в руки берешь и непонятно как, а потом, когда погонял с ними какое-то количество времени, ты уже становишься виртуозом. Вот. Также можно посмотреть ролики, как эти спиннеры крутят всякие уже виртуозы, да, там уровень бог,
Там есть очень прикольные фишки и есть к чему стремиться, так сказать. Вот, я протестил некоторое количество их, и что я скажу, вот именно спиннеры, которые попали в руки мне, они отличаются, ну, так сказать, формой, да, немножко по-разному обработаны, вот, разные по весу, вот, например, этот легче, чем вот эти, вот, немножечко разные по размеру, и, соответственно, можно подобрать как бы поудобнее, например, если мы возьмем вот этот и вот этот, красный чуть-чуть меньше, и, соответственно, здесь он как бы у вас между, грубо говоря, там пальцами проходит удобнее, то есть, если у кого-то маленькая рука, ему удобнее, конечно, взять спиннер покомпактнее. Вот. К чему я все это веду? Это очень популярная штука в англоязычном сегменте, да, в Соединенных Штатах Америки. Вот. А на нашем, как бы, уровне, да, не уровне, на нашей территории, грубо там сказать, там Россия, Украина, эти штуки появляются в различных ножевых пабликах, в пабликах там мужских всяких безделушек, игрушек, но их достаточно мало, вот, но один человек или там группа людей, я не знаю, сколько их делает, в общем, в Украине появились люди, которые взяли себе на вооружение и стали изготавливать вот эти самые спиннеры. Вот. И суть моего ролика в том, чтобы вы посмотрели на то, как это прикольно. Вот. Ссылку на спиннеры я оставлю, ссылку на производителя я оставлю в описании к ролику. Вот. Можете зайти на страницу ребят, посмотреть ассортимент. Вот. И, собственно, можете заказать там, даже, наверное, с собственным дизайном или с какими-нибудь пожеланиями по цвету и прочим делам. Парни очень стремительно развиваются в этом деле. Ну и согласитесь, то, что она вроде бы как штука ненужная, но в то же время, когда ты начинаешь ей баловаться, да, там, крутить, реально на нее очень прикольно так можно залипнуть, вот, и посидеть, поиграть. Потому что, согласитесь, все мы немножечко дети. Вот. И как бы это не выглядело смешно, но штука достаточно прикольная и интересная. Мне, например, ну, как любителю всяких таких заморочек, эта штука дико доставляет, мне очень нравится. Вот. Ну и, соответственно, сейчас я вам предоставлю некоторый сет, как эти штуки крутятся. Спасибо за внимание, друзья. С вами был Любомир Борода. Приятного просмотра. Ставьте на повтор, залипайте, приобретайте. Ну и это отличный подарок к любому празднику. Другу, мужу, брату, дедушке. Дедушке, если подарить какому-нибудь, он вообще удивится, скажет: ничего себе, подшипники. А я когда был молодой, что ж я не придумал вот такую вот фигню. Вот, в общем, хорошего вам дня, всего самого наилучшего, вот. Оставайтесь немножко детьми и угорайте.